Тенденция свадебного сезона 2018 – изящная простота и натуральность. Максимальное приближение к этим параметрам и обеспечивает модность прически. Важно учесть индивидуальные особенности невесты – овалы, черты лица, длину волос и их свойства. По-прежнему актуальны гладкие прически, косы, а также локоны. Очень популярна прическа, да, это из локонов собирается, она у нас в очень романтичные, красивые пучки, да, все собирается кверху. Она актуальна еще тем, что на второй день ее можно распустить, и у нас на второй день невеста будет также выглядеть красиво и с новым образом. Оригинально будет выглядеть пушистый колосок с белыми лентами, нитями жемчуга или нежными бутонами. Очень актуальна в этом сезоне асимметрия. Аккуратная волна, не спадающая на одну сторону, или челка. В модном образе невесты присутствует и мягкая классическая небрежность. Важно, чтобы прическа сочеталась с платьем и другими деталями образа, фатой, букетом и украшениями.